Здорово, вчера мы набрали более 3000 лайков, сможем сегодня повторить? Если осилим, завтра с меня конкурс был только в одном приложении, OneFootball. Всем привет, друзья, с вами Влад Капуса, и я просто не могу успокоиться, когда есть вот такие вот крутые наборы, как игрок матча. Это пипец, одни из самых крутейших наборов, которые только были, когда есть у нас возможность получить, например, игрока рейтинга 91, игрок с рейтингом 90, блин, ну это бомба. Петр Чех, Бен Едерм. Блин, как же я хотел бы, чтобы они мне сегодня выпали. Но это всего лишь мои фантазии. И, друзья, кстати, рассчитываю на то, что сегодня выйдут СБЧ уже наконец-то. И если вы хотели бы, чтобы мы вместе с вами стали самыми первыми ребятами, которые увидят это новое событие, которое нас ожидает, то давайте так, давайте мы сегодня соберемся в 8 часов по киевскому времени. У меня на канале я запущу прямой эфир, будем открывать наборы, проведем круто время, пообщаемся. Также сделаю для вас различные конкурсы в прямом эфире, чтобы вы кайфовали, да и у меня самого время хорошо прошло вместе с вами. А пока что давайте мы откроем с вами первый же набор за 1000 FIFA поинтов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ей спорт, надеюсь, то, что сегодняшний день мне запомнится на все 100. Ой, я думаю, то, что здесь уже вряд ли выпадет элитный игрок, так как тут игроки с высоким очим рейтингом выпадали в начале, да. Идем дальше, игрок матча, давайте, давайте, ей спорт. 74, 75. Ой, чувствую, вообще пока что не везет. Вчера открывалось столько толковых игроков было, а Дурис выпадает. И прикиньте, сейчас еще один выпадет, толковый, топовый игрок. Эрик Дайер. Неимоверно, неимоверные наборы. Я не знаю, что вам рассказывать насчет них. Вы сами все видите перед собой. Два элитных игрока сразу же нам выпадает. Третий набор открываю. Пожалуйста, eSports. Бен Едер, либо Петр Чех. Пожалуйста, принесите ту заветную удачу, о которой каждый из моих зрителей желает. Да и сам я хотел бы, чтобы мне этот игрок выпал. И Торрес. Торрес. Но, конечно, не Фернандо Торрес, но все же Торрес нам выпадает. Четвертый набор. Игроки матча. Давайте, давайте. 76. Бен Арфа. Адриано. Катай. Перейра. Холмен. Мартинес. Муриэль. Луис Муриэль выпадает. Думал открыть наборы команды недели, но, блин, в наборах команды недели, не буду вам врать, ничего интересного даже не выпадает. Просто, ну, смысла никого нету открывать эти наборы. Идем дальше. Пятый набор. Пока что 3 элитных игрока мне выпало. 73 рейтинг, 72, 71, 71, 70. Кстати, здесь, возможно, также элитный игрок выпадет. Нет, Давид Гарсия. Вот, кстати, вот такие вот наборы обманчивые немного. Вот надеешься на то, что элитный игрок тебе выпадет. А тут бах, и нету этого элитного игрока, который ты хотел бы получить. Открываем набор игрока матча. 79, Гомес. Ну, думаю, то, что если 79 рейтинг выпал, то уже вряд ли элитный игрок здесь будет. Да, Рикардо Валенте. 75. Ну, что-то вы знаете, когда как, бывает толковые игроки выпадают, а бывает, ну... Есть спорт с халтурят. Петр Чех, Бен Едер, пожалуйста, 77. И игрок матча, давай, 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 давай же. Рамос. Нет. Блин, ну началось очень красиво, честно скажу, очень красиво началось все. Я думал то, что посыпется море элитных игроков, как и в прошлый раз, но, в этот раз eSports решили придержать коней и подождать с элитными игроками, хотя здесь также возможно, что выпадет нам элитный игрок. Тиаго, Иван. И... Стиндл? Ларс Стиндл выпадает. Четвертый элитный игрок. А, кстати, друзья, запомните, это еще не на 10 тысяч FIFA поинтов я открыл даже. Давайте еще два последних набора открою, на всякий случай, а вдруг сейчас бабахнет. 74, 70, Тавес, Мина. Пожалуйста, eSports. И давайте последний вот набор, который вот точно последний будет. Больше не буду открывать. Я нервничаю чуть-чуть. Рейтинг 75, видимо, уже все. Моралес. Да, лучше бы воздержался немного. Вот
последних наборов, которые открывал. Друзья, для того, чтобы завершить вот этот вот пак опенинг красиво, не на том, что мне выпало всего лишь 4 элитных игрока, я думаю то, что, ну, это как-то неправильно. Я хочу вам показать довольно-таки неплохой улов сейчас, который я получу, конечно, не в паке за то, что я чисто лакер там какой-то там такой, а за то, что просто выполнял задание в команде недели. Итак, друзья, давайте же мы посмотрим, кто же нам сейчас выпадет. Давай. И Франк Рибери у нас есть. Вот так вот рейтинг 89. Друзья, если вы хотели бы, чтобы я затестил карточку Франка Рибери с рейтингом 89, напишите мне об этом в комментариях. Без проблем для вас это сделаю. Так, я стараюсь для вас взять все то максимальное, что вы хотели бы от меня. Друзья, если вам понравился мой видеоролик, пожалуйста, поддержите меня огромнейшим лайком здесь, да и напишите какой-то приятный комментарий. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и до скорых встреч, всем пока!